Всем привет, дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. Сейчас залетаем в башню. Я наконец-таки прошел 519 этаж. Мне очень много людей писало, что я на нем стопорнусь. Он реально оказался очень жестким. И я его не мог пройти на протяжении 2 дней. Но я его не мог пройти только потому, что у меня после крафта вальки остался небольшой кураж. Итак, проанализировав ситуацию, на 519 этаже, кто не знает, находится 2 бартона, 1 круз и 3 скилла. И что это означает? А это означает то, что данные герои не имеют никакого иммунитета к контролю. И получилось так, что я пробовал все попытки на этом этаже с помощью оборотня оленя. Я вкачал после видео оленя и с помощью него пробовал пройти этот этаж. Но, как вы понимаете, что со скиллами там никакой захил не спасает, плюс бартоны очень жестко контролят. И круз на 50% тоже взрывается, полный контроль всей команды. И пережить это очень сложно. И что вы думаете? Я меняю оленя на дракона и прохожу 519 этаж с первого раза. В общем, получилось супер жестко. Итак, поехали смотреть дальше этажи. Мишель, 2 ФБ, 2 ДАшки и Ава. Этаж довольно-таки серьезный. Но герои там отлетают довольно-таки хорошо, как мы видим. По поводу оборотней, это подтверждает также то, что вы всегда должны в своем боезапасе, так сказать, держать ключевых оборотней. По оборотням я, кстати, сделаю отдельное видео скоро, когда выйдет Феникс, скорее всего. В общем, ключевые оборотни — это волк для ПВЕ и дракон и олень для ПВП. Также ситуативно под команду змея в поздней игре заходит. Но в поздней игре змея не очень, на самом деле. Да, тут мы видим 3 ава, даже 4 ава, и они довольно-таки хорошо разносят валькирию. Поставим дракона и попробуем еще раз пройти. Хороший контроль словили. Но не смогли продавить до конца. Мне вот интересно, дальше будут этажи с маргаритами? Тут все-таки такие команды уже довольно-таки серьезные попадаются. Да, все, смогли им пройти. Карим, как мы видим, разобрался. То есть Карима не продавили, и он продавил всю команду. Так, что тут у нас? 2 Мишельки и 4 Асмода. Довольно-таки серьезный также состав. Ну тут, в принципе, каждый этаж серьезный. Как мы можем видеть, там просто космический урон залетает. У меня минус команда. Но валькирия борется до последнего. Ну все, тут валькирия должна закончить. Угу, нам не хватит просто раундов, чтобы окончить этот бой победой. Почти 42 миллиона урона. Поехали еще раз. Сейчас у Асмодов не прокнули криты, и получается, что моя команда намного дольше живет, чем в предыдущем бою.
и за счет этого мы его можем пройти. Да, все получается. Снова темный этаж, но здесь нету Ава, и за счет этого Валькирия здесь соло, в принципе, должна пройти. Очень много контроля, за счет которого Валькирия будет отхиливаться очень жестко. Для тех, кто не понимает, почему Валькирия наносит так много урона танкам, у нее поджог проходит полностью сквозь броню, за счет этого такой урон залетает. Тут у нас 4 ФБ и 2 Мишельки. Чувствую, что этот этаж будет похоронный. Да, жесть. Сейчас докупим еще капель и будем пробовать пройти. Да, урон, конечно, жесть. Нет, тут героев переставляй, не переставляй, ничего не меняется. Может попробовать с оленем. Давайте еще раз с драконом. Давайте с оленем залетим. Хотя мне кажется, что это мало что изменит. Вы знаете, я, кажется, придумал, как можно пройти этот этаж. Мне кажется, королева, не доживая до своей ульты, нужно на нее банку засадить, чтобы она порезала криты ФБ с первого раунда. Таким образом поднимем выживаемость. И также сейчас, знаете, что сделаем? Поубираем лишних героев, чтобы они не разгоняли ФБшек на энергию. Так как те, кто не знает, ФБ разгоняется за счет смертей. И зачастую урон у них космический именно за счет разогнанной энергии.
Да, мы можем видеть, что они уже намного слабее бьют. Мы убили ФБшек, но нам не хватит времени закончить победой. Сейчас еще раз попробуем. 47 миллионов урона. Даже без королевы залетим. Ну, сейчас уже получше, на самом деле. $54 миллиона. Поехали дальше. Айсблинки. Айсы, насколько вы знаете, довольно-таки жесткий урон наносят, но когда у вас есть Валькирия, с ними проблем нету. От слова совсем. $27,5 миллионов. Давайте дракона вернем. Да, Тамава на 18 миллионов всадил. Блин, 528 со скиллами. Ну, я думаю, что это похороны сейчас будут. Да, этот этаж, скорее всего, я сейчас не смогу пройти, пока я не апну Ава на 13 звезд и Мишельку на 10. Тогда, я думаю, получится продавить этот этаж. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, поддерживайте это видео лайками, пишите ваши вопросы в комментариях, на все отвечаю. И до скорых встреч в новых видео.